Всем привет, я Алекс Ди, и это мои Treating Tutorials. Сейчас очень солнечно, очень тепло. Я считаю, хорошая погода, чтобы тренить на траве. В общем, следующий тутор по CoinDrop. Очень полезный и крутой трюк. Смотрите, анализируйте. Этот трюк я разделил на три части, так как этот материал технически сложен. Первая часть. Если вы только начали изучать этот трюк, эта часть для вас. Заход для начинающих. Заход состоит из трех точек опоры – ноги и правая рука. Для инерции я использую левую руку и левую ногу. Точки опоры – правая рука и нога. Разберем, как я работаю моей левой рукой. Совет мой – рисовать невидимый круг против часовой стрелки. Когда я начинаю движение, ладонь смотрит вверх. Когда я заканчиваю движение, ладонь смотрит вниз. Запомните это. Приземление. После захода нужно приземлиться и как можно мягче. Моя позиция заключается в одной опорной точке. Моя правая нога идет вверх, а моя левая нога все еще двигается против часовой стрелки. Ноги у меня открыты и прямые. Запомните это. В то же время моя левая рука приземляется. Правую руку держу до конца. Во время приземления вы должны быть на лопатках. Бедра не должны касаться земли. Также я складываю ноги к лицу. Этим способом я пассирую и создаю мощность для того, чтобы встать. Встаем в ноги. После приземления мое тело скользит от плеча к плечу. Встаем в ноги с помощью трюка Keep Up. Техника аналогична. Мои ноги все еще открыты, и левая нога идет вверх. Когда я встаю, мои ноги выше головы. В то же время я использую мои руки, чтобы встать. После этого я ставлю ноги. Заход средней сложности. Этот заход уже с положения стоя. Моя цель – получить одну точку опоры. Пропуская другие точки опоры, создаем инерцию и толкаем ногой так же. Но когда я создаю руками инерцию, я тяну мою правую руку для точки опоры. Не прыгайте слишком высоко, не делайте себе больно. Делайте все мягко и гладко. Про-заход. Первое. Нужно знать, что ваша рука делится на три части. Ладонь, предплечье, плечо. Когда я приземляю, я должен пассировать. Итак, я использую три эти части для пассирования. Вначале моя ладонь касается земли. Потом предплечье. После – плечо. Моя рука прямая, не ставьте руку слишком вниз горизонтально, можно травмировать руку. Все, друзья, я хочу сказать, что вы можете делать видеоотчеты ваших успехов, как видеоответ. Каждый видеоответ должен подходить к тому или иному уроку. Все смогут увидеть ваши примеры и что-то использовать для своего развития. Меня зовут Алекс Ди, и это были Tricking Tutorials от меня. Всем удачи, идите на улицу и треньте везде, где это угодно. Увидимся.